ультрабогатый игрок в Standoff 2 против ультрабедного игрока в Standoff 2. Против Бабгера, что ли? С тобой Рейв. Бро, для тебя сейчас будет нереально крутой челлендж. Не знаю даже, сможешь ли ты с ним справиться или же нет. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Я надеюсь, что у тебя все получилось. Начало игры у бедного игрока. Ух ты, я скачал новую игрушку, бесплатную даже. Я сначала не поверил своим глазам, но в Standoff 2 можно играть бесплатно. Йо-ху! Еще и бокс у меня в инвентаре есть. Я же его не покупал. Его, надеюсь, можно открывать или все-таки нет? А что вдруг, если я его открою, потом я буду игре 100 голды должен? Нет, наверное, надо с ним немножко подождать. А то будет на балансе минус 100 голды, еще потом аккаунт придется новый создавать, как я это уже третий раз делаю. Начало игры у богатого игрока. Непон, каким это образом на свой яблокофон я смог установить Standoff 2 бесплатно? Наверное, вирусы всякие накачались. Блин, нужно проверить смартфон срочно антивирусником. Так вот он, начинаю проверку. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметил, что они летают? Нет. Я тоже не вижу. А, да? Фух, ну слава тебе, господи! А то я уже очень перепугался, ведь игра-то бесплатная! А, так а если она бесплатная? Что мне в ней теперь делать? А, вот кнопка доната! Фух, я что же думал, разработчики не додумались до этой самой драгоценной кнопки и не добавили сюда голдишку. А вот все на месте. Немножко прикуплю вещичек на свой аккаунт. Ну вот, так-то лучше. Теперь будет с чем играть. Алло, админы, здрасте, можно мне немножко промокодиков? Ну так чисто для розыгрыша. Да, пойдет. Бру, мне удалось получить промокоды. Вот таких вот два фомасика я отдам тебе прямо сейчас. Всего-то напросто за твой царский лайк, комментарий с твоим айдишником и подписку обязательно с колокольчиком. Это обязательно, я его всегда проверяю. А эти два гангстера уже получили себе по скинчику, потому что выполнили условия из предыдущего ролика. Участвуй и ты. Бедный игрок просит донат. Батя, я тут игрушку новую установил, бесплатную на свой телефон. Дай мне чуть-чуть денег на голдишку, пожалуйста. Я себе какой-нибудь скинчик прикуплю красивый. Мне очень он нужен. Ты еще на хлебник офигел? Я в твои года железяки сдавал и на вырученные денежки сам себе мороженое покупал. Ты бездельник, в игру закинуть хочешь? Ух, я тебе. Лучше вон иди на улицу, сходи проветрись, а то вот это вот сидите в своих телефонах целые сутки. Богатый игрок просит донат. Батя, дай мне немного денег на новые инвестиции. Тут можно нехило поднять баблинского, если сейчас закупить скинчиков, а через полгодика это все продать. Очень выгодные условия. 1050 для старта, я думаю, мне вполне хватит. Хо-хо-хо-хо. Сынок, ты что у меня какие-то копейки выпрашиваешь? На, держи соточку. Если этого будет мало, то приходи еще. Я в тебя верю, у тебя все обязательно получится. Богатей в этом приложении, закупайся на все. Инвентарь у бедного игрока. Ох ты ж, блин, как свезло-то. Два скинчика имеются на одну пушку, круто. Почетным дня я буду играть с таким камуфляжиком, а по нечетным с таким. Вот это везение. Инвентарь у богатого игрока. Ну, этот скинчик-то уже не в моде. С этим я уже пару дней играл. Он мне уже как-то надоел. А, это уже не сезон, только при ребятах опозорюсь в рейтинге. Ой, вот это вроде ничего такое. К тому же один из последней серии, главное, статрековский. Наверное, немножко побегаю с ним. Бро, как только на канале будет 50 тысяч подписчиков, вот такой нож я сразу же разыграю. Да и осталось не так-то долго. Успей подписаться на канал, чтобы не упустить такую классную халявку. Магазин у бедного игрока. Блин, ну когда уже разработчики новые боксы введут? Я
уже устал одни и те же открывать. Падает с них скинчики красивые, но они у меня уже по паре тройки штук имеются на каждую пушку. Буду опять копить коины, чтобы как только новые боксы добавят, я сразу же их закуплю на все. Магазин у богатого игрока. Ох, как же я устал. Весь рынок себе на склад скупил. Кейсы эти дешманские тоже. Для чего разработчики делают Battle Pass, я не знаю. Сразу добавили, сразу все скупил, сразу все на аккаунте у меня уже есть. Заняться в игре нечем, разработчики, вы уже надоели. Почему каждый день не вводите новые кейсы? Ну хотя бы по 1000 голды за один. Ну куда мне девать свою голдишку? Сколько уже можно? Транспорт у бедного игрока. Какая же у меня все-таки классная тачка, бро, вот ты только посмотри на него. Ну и что, что не едет? Я им все равно горжусь. А все потому, что он достался мне совершенно бесплатно. А вот что в нем самое имбовое, это то, что он бронированный. Ни пули, ни гранаты, ни даже слепы его не берут никогда. Ему все равно, не едет, но зато построен на века. Транспорт у богатого игрока. Блин, Ламборгини из золота, уже целую неделю гоняю на ней по всему стендофу. Ай, уже надоело мне, сколько можно на одной и той же. Надо бы себе что-то присмотреть новенькое. Ну это какая-то рухлядь. Вот это как-то тоже не очень. О, а вот это неплохо. Хаммерок имбовенький, почему бы и нет? Думаю, денек-другой на нем погоняю, а потом продам. Или да, или нет. Игра у бедного и богатого игрока. Слушай, мой дорогой друг, а давай в начале первого раунда не будем закупаться и попробуем выиграть эту игру с юспиками. Хо-хо-хо-хо-хо, мой бедный дорогой дружище, ну ты конечно даешь, расслабься. У меня денег сегодня много, я угощаю. На первый раунд держи эмочку. Я думаю, что с такими пушками пистолетку мы забрать с легкостью сможем. Что? М-ка на первом раунде? Как? Так, ну если честно, стрелять мне не очень-то уже хочется, а вот победить я бы не отказался. Ну что, мой бедный дорогой дружище, как ты смотришь на то, чтобы я просто так побегал по карте, а ты тем временем выиграешь эту игру? За это я подарю тебе, ну, например, АКР Treasure Hunter. Пойдет? Что? АКР ТХ просто за победу в игре? Ну, ладно, ладно, как-то я действительно продешевил. Давай тогда АКР ТХ будет еще и статрековый. Идет? Да, конечно, я согласен. Я согласен выиграть тебе катку, раз на то пошло. Только ты в начале раунда скидывай мне дропчик, если тебе не жалко. Финал у бедного и богатого игрока. Ура, выиграли! Опыт, серебро... Что? Тебе дали скин просто так за ноль фрагов? Как это работает? Богатый мой друг! Эх, опять это барахло дали, как и в прошлый раз. У меня уже, блин, на складе их 5 штук валяется. Они запарили мне одно и то же давать. У них что там, других скинчиков что ли нету? Стендов опять, кажется, сломался. Как ты считаешь, мой бедный дорогой друг? Это вообще нормально давать такой скинчик под конец катки? Да уж, это, конечно, ненормально. Не то, чтобы хотелось ожидать под конец игры. Братулечек, ну а ты знаешь, откуда у меня вся эта голдишка берется и почему в конце катки сыпятся дорогие скинчики? Нет, почему же? Я всего лишь-то скинул этот видеоролик своему другу, и мне сразу же начало вести. Попробуй и ты сделать то же самое прямо сейчас. Хотя бы один разочек. Ух ты, круто! А еще у меня появилась голда, потому что я посмотрел вот этот ролик. Захожу на свой аккаунт после него, и действительно, на Аке уже 500 голды лежит. Вот это повезло-то, а?